Хищники все чаще выходят к людям. Накануне к сотрудникам полиции обратился глава поселка Идучанка, который находится в Усть-Илимском районе. Мужчина рассказал, что в ночное время к мусорным бакам выходил медведь. 1 июля жители поселка Харанжин Братского района сообщили, что видели хищника не менее чем в 1 километре от населенного пункта. На все места происшествия выезжала следственно-оперативная группа. Параллельно полицейские проводят совместную работу с охотоведами и представителями местных администраций. Все ради безопасности граждан. Сотрудники правоохранительных органов напоминают, при встрече с хищником нельзя подкармливать и приближаться к медведям и медвежатам. Если вы первыми заметили косолапого, необходимо, не привлекая его внимания, осторожно удалиться и сообщить о его появлении по телефону 02 или 102. Чтобы трагедия не повторилась, в Тулуне по поручению Игоря Кобзева прошли специальные учения по предупреждению и ликвидации ЧС при условной аварии на дамбе. По сценарию вода вышла из берегов реки Ия в связи с таянием снега в восточных Саянах. Водопропускные трубы на ручье Тулунчик не справились с потоком. Таким образом, в зону затопления попало 66 жилых домов на территории Тулуна. Кроме этого, из-за выхода воды через проран была затоплена часть федеральной трассы Р-255. В заторе с обеих сторон оказалось 43 автомобиля и 252 человека. В ходе учений специалисты отработали порядок действий по оповещению населения, эвакуации, организации пунктов временного размещения, проведению аварийно-восстановительных работ и другие. С завтрашнего дня на водном маршруте Листвянка-Порт-Байкал начнет работать дополнительное судно. Восход будет отправляться с баржи 2501 в Листвянке ежедневно в 13.00 и в 15.30, из порта Байкал в 14.40 и в 16.00. Отмена или задержка рейса возможна из-за погодных условий. Дополнительное судно выйдет на линию благодаря договоренности Министерства транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области с Восточно-Сибирским речным пароходством. Действующий паром может брать на борт только 20 пассажиров за один рейс. За нарушение собственнику грозит штраф. Более сотни единиц оружия сдали жители Иркутской области для участников СВО. Всем, кто помогает военным, сотрудники Росгвардии выдадут документ о согласии на его передачу на баланс Минобороны. Наиболее важное – гладкоствольное ружье для борьбы с беспилотниками. Часто они эффективнее, чем антидроновые. Сделать это может каждый житель региона, у кого есть личное оружие. Чтобы помочь бойцам, нужно обратиться в лицензионно-разрешительный отдел по месту жительства. У меня зять на СВО, значит, я и хотел сначала передать ему, но раз не получилось, чтобы именно ему, значит, пусть другим достанется, но чтобы наши бойцы защищали Родину, значит, это гражданский долг, по-моему, каждого гражданина Российской Федерации, помогать, чем может, значит, нашим воинам. Впоследствии данное оружие будет перенаправлено в зону проведения специальной военной операции. Гражданин приходит в подразделение лицензионно-разрешительной работы по месту регистрации, значит, подписывает договор дарения безвозмездного. При себе он необходимо гражданину иметь паспорт и разрешение на право хранения и ношения. Во всех детских садах и школах Приангарья планируют провести текущие и косметические ремонты. За период каникул в Иркутской области обновят 8 школ и 18 детских садов. Губернатор региона Игорь Кобзев поручил мэрам городов регулярно контролировать деятельность подрядчиков. Все работы планируют завершить до 15 августа. Музыкальный руководитель и композитор Александр Николаевич Пирч стал победителем в конкурсе «Гордость земли Иркутской» в номинации «Мы славим тебя, Иркутская область». За плечами учителя более 30 лет работы. Сейчас Александр Николаевич трудится в Иркутском кадетском корпусе имени Скороходова. За 5 лет работы он создал коллектив «Алые погоны». Вместе с кадетами Александр Николаевич поддерживает патриотизм и любовь к родному отечеству у подрастающего поколения. Замечательно выразился Конфуций. Вот найди себе работу по душе, и ты не будешь в жизни работать ни дня. Вот это про меня. Это про меня. Я считаю, что мне повезло очень с профессией, с работой. И все ребята, которые участвовали в этом конкурсе, я думаю, что они вот этого же мнения должны придерживаться. Потому что они работу свою делают великолепно, замечательно. Они славят нашу Иркутскую область. И дай бог, чтобы таких людей было как можно больше.